На моем участке очень много красивого мощения. То есть плитки большие. Между ними, конечно же, растут разные сорные растения. Забивается мох. И я очень часто выковыриваю это все маленьким ножичком. Здесь могут расти одуванчики. Разные травки забиваются. Даже сныть поселяется. Вот здесь, например, у меня поселился молочай. Вот такая елочка. И раньше я это просто выковыривала. Но однажды после грозы я увидела, что все это сильной струей воды просто-напросто выбилось. И мы решили начать чистить наше мощение керхером. Вы же знаете, очень сильный напор у струй. Вот сейчас Ваня, мой помощник, будет керхером вычищать швы. И вы посмотрите, как это здорово делается. Видите, все прекрасно выбивается. И таким образом нам уже ножи не нужно. Струя вычищает и корни, и верхнюю часть растений из мощения. Поэтому большие площади обрабатывать струей воды мощной гораздо проще, чем выковыривать это ножом. Так что берите на вооружение.